Конституционный суд республики постановил Госсобранию Ил-Тумен внести в действующие нормативно-правовые акты изменения, направленные на совершенствование процедуры досрочного прекращения полномочий народного депутата республики. Суд сегодня вынес по решению по толкованию статьи 60 Конституции республики по запросу депутата Марфы Филипповой, которая считает, что в конституционно-правовом регулировании отношений существуют противоречия и неопределенность, мешающие мандатной комиссии парламента принимать решения по конкретным делам. Напомним, прокуратура, в частности, через суд требует прекращения полномочий отдельных депутатов, нарушивших закон. В своем постановлении Конституционный суд указал, что Государственному собранию Ил-Тумен, парламенту республики, необходимо внести в действующее правовое регулирование изменения, которые были бы направлены на изменение процедуры, порядка установления механизма конституционно-правовой ответственности народного депутата. В том случае, если существуют законом установленные основания для его прекращения его депутатской деятельности досрочно. В настоящее время такой механизм отсутствует в законодательстве республики.